36-летняя актриса театра и кино Валерия Ланская сообщила о страшном диагнозе. В эфире очередного выпуска программы «Звезды сошлись» на канале НТВ она призналась, что с 2015 года страдает гестационным диабетом. Этот недуг встречается у женщин, ждущих ребенка, но после родов чаще всего проходит. Увы, организм Ланской дал сбой. Сейчас сама знаменитость вспоминает, что поначалу относилась к происходящему легкомысленно. На месяце 4-5 анализ показал, что сахар не очень хороший. Я колола инсулин по чуть-чуть. После того, как я родила, то забыла об этой проблеме и перестала замерять сахар. Я вообще думала, что все в порядке, вспоминает звезда картины «Заяц над бездной». После родов, однако, организм актрисы так и не вернулся в норму. Ее регулярно стали мучить приступы жажды. Кроме того, она жаловалась на трясущиеся руки, слабость, потливость, тревожность. Тем не менее, 2 года Ланская не обращалась к врачам. Когда артистка все-таки легла на обследование, медики только всплеснули руками, еще чуть-чуть, и Валерия Александровна могла бы отойти в лучший мир. У меня первый тип диабета, инсулинозависимый. Его еще называют диабетом детей и подростков. В моем возрасте он не встречается. Я теперь все время живу с мерилками, шприцами, иглами, сетует Ланская. Экс-супруга режиссера Стаса Иванова признается, что в попытках излечиться она перепробовала все методы, в том числе нетрадиционные. Однако ни индийские травы, ни походы к шаманам актрисе не помогли. До самого последнего момента она предпочитала скрывать диагноз, но сейчас все-таки рассказала публике, что происходит. Кстати, несмотря на случившееся, Валерия Ланская не отказалась от идеи родить 2-го ребенка, правда, видимо, уже от другого мужчины.